Вчера на стадионе Ильичовец состоялось открытое первенство по легкой атлетике на призы комплексной детской спортивной школы, посвященное Дню защиты детей. Соревнование проходило при поддержке физкультурно-спортивного общества Украина и СБУ Донецкой области. На соревнованиях присутствовали почетные гости. Председатель физкультурно-спортивного общества Украина Донецкой областной администрации Юлия Терновая, мастер спорта по легкой атлетике Наталья Василенко, заместитель директора комплексной детской и юношеской спортивной школы Марина Макарова, чемпионка Европы, призер Олимпийских игр и чемпионата мира, кавалер Ордена за мужество третьей степени Рима Филимошкина и другие. В своем приветственном слове Юлия Терновая поздравила всех присутствующих с Днем защиты детей и пожелала юным спортсменам порадовать своих тренеров победами. Днем защиты детей, с нашим праздником. Пусть этот праздник будет светлым. Пусть сегодня вы сможете порадовать своих тренеров своими удачными победами. Вы пусть победите сильнее, что вы уже победил, поэтому желаю, чтобы награждение прошло достойно. И вы смогли порадовать всех нас. За победу боролись более 80 спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет из трех спортивных школ Мариуполя. Соревновались они в нескольких видах двоеборья – 60 и 60 метров с барьерами, 60 и 200 метров, а также в прыжках в длину и метании мяча. В итоге призерами стали 10 ребят. Золотую медаль на дистанции гладкого бега и бега с барьерами завоевала 11-летняя Алена Яцукненко. Среди старших девочек эти же две дистанции быстрее всех пробежала Альбина Куракулова. Чемпионы соревнований получили кубки, а призеры – грамоты и медали.